Вечером 24 марта в Приморье мужчина с бензопилой ворвался в кафе с целью распилить людей. И это не съемки фильма ужасов, а реальная жизнь города Находки. Место действия — кафе у Арифа, рядом с торговым центром Находка Мега. Внутри заведения было множество посетителей. На свой страх и риск несколько из них попытались отнять у нападавшего бензопилу. Они и рассказали, что злоумышленник угрожал напасть на людей. К счастью, никто не пострадал, и возмутителя спокойствия удалось остановить. Хотя бензопила не переставала работать во время потасовки. Однако, по сообщениям СМИ, после инцидента никто не обратился в правоохранительные органы. После появления видео в социальных сетях пользователи писали, что в спасении посетителей участвовал и сам хозяин кафе. В Инстаграм позже появилось фото автомобиля, вероятно, стоявшего у кафе. Что, как и почему, теперь разбираются следователи. Размещенным видео заинтересовалась полиция Приморского края.